Зимний шторм продолжает бросать вызов жителям США. Число погибших превысило 30 человек, пишет NBC News. Резкое понижение температуры и гололедица стали причиной многочисленных ДТП и задержек авиарейсов. В 1,5 миллионах домов и предприятий нет электричества. По данным сайта Flight Avia, всего по стране задержаны больше 8 тысяч рейсов. Почти 2 тысячи отменили только за прошедшие выходные. Международный аэропорт Буффало, Ниагара в Нью-Йорке закрыт до завтра. Там до сих пор действует запрет на движение транспорта из-за сильного снегопада. К сожалению, из-за неблагоприятных погодных условий погибло много людей, и их число продолжает расти. Только в Нью-Йорке подтверждено 12 смертей, связанных со штормом. Мы увеличим службы экстренного реагирования.